Виж мене очі плакать навчили. Не знаєте, знову, на Криму ми маємо право держати контингент по закону 24 тисячі. Тільки не в контингент, не в Криму. В Криму. Направляють війська не в Крим. А ви видите, в Україну. Ви где-то услышали, не знаєте, що. Вы что делаете-то? Вы с ума сошли, что ли? Что вы с ума сошли? Национальное противоречие внутри, оно усилит националистические настроения, антироссийские настроения, увеличит позиции свободы, правого сектора, потому что Путин, он не за украинцев, не за российских граждан. Он просто пытается отличить от проблем в России. За что вы арестовываете? Вот так вот взяли человека и поперли в авто. Он ничего не стоял молча. Это сейчас, вы на данный момент. Ваши действия не согласованы с органами исполнительной власти города Москвы. Убедительная труда, братишка. Сегодня наших детей сделали фашистами, оккупантами. Вы сделали. Товарищи, отходите дальше, неопознанная сумка. Сумка не овала, видите, кто-то бросил. Мы уже полчаса лежит, кто-то сейчас заметит. Понятно. Это ладно. Проходим. Нельзя военными силами решать вопросы, которые решили дипломатически. Нет войне! Нет войне! Слушайте, вы что? Так, ну спокойно. Одного ничего, вы задерживаете. А что вы меня толкаете-то, не понимаете? А вы меня какого черта толкаете? Вы вообще кто? А какого? Вы не видите, кто? Я не вижу, вы не представили. А вы не видите, что это граждане? Еще раз повторяю, граждане, акция ваша не согласована, расходимся. Позор! Позор! Россия занималась своими проблемами внутренними, а не влезала в проблемы иностранного государства. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне!